Здорово, дядь. Приветствую. Слушай, история у меня одна есть. Выслушай, родной, и рассуди пацанов по совести. Рассуди, дядь, дядя, рассуди, как оно должно быть и по совести. Скажи за образ жизнь, являемся кем мы, порядочными сдать стремились пацаны. Рассуди, бегала жбана, бегали там местные. Рос пацан, и был у него старший брат, а брат уже в то время был уличный солдат. Брата знали тут, брата взяли в круг, авторитет там был для друзей, для подруг. Поддержка крепкая, хватка цепкая, попробуй подойди, душа смелая. Но этот пацан хотел вырасти сам, достичь такого же, как его брата. На разговорах он не шагал от брата, язык подвешенный, справлялся без мат. Рассуди, дядь, дядя, рассуди, как оно должно быть и по совести. Скажи за образ жизнь, являемся кем мы, порядочными сдать стремились пацаны. Рассуди, дядь, дядя, рассуди, как оно должно быть и по совести. Скажи за образ жизнь, являемся кем мы, порядочными сдать стремились пацаны. Настала осень, брата не стало, на плечи пацана груза много упало. Кого-то нового надо загрузить, а кто молчал все время, начали говорить. На сходники бабьянь, к возрасту выходи, использовать их труд, что-то морозить. Он не для этого тянулся в эту улицу, думал, друзей спасу, когда бьют по лицу. В конце недели он на общем сказал, отойду. Сказали, уходи, но не забудь брамзу. Забуду доброе, объявит, как шагал. По сути, он за пацанов шагал. Так рассуди, дядь, дядя, рассуди, как оно должно быть и по совести. Скажи за образ жизнь, являемся кем мы, порядочными стать стремились пацаны. Так рассуди, дядь, дядя, рассуди, как оно должно быть и по совести. Скажи за образ жизнь, являемся кем мы, порядочными стать стремились пацаны. Ну знаешь, братишка, я тебя послушал, доля правды в твоих словах есть. Я думаю, что...